Я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты. Для вас что значит Пушкин? Насколько он сегодня востребован в нашем мире? Вы знаете, вы посмотрите, и дети, и старшее поколение, и мы, советские дети, для нас это не просто классик и учитель русского языка, русского мира, русской философии, но это что-то большее. Он за такой короткий период смог сделать так, чтобы его полюбили многие народы мира. Он переведен на многие языки мира. И для меня лично, как для жителя Молдовы, очень приятно, что Пушкин лично посещал Молдавию. И более того, я вам хочу сказать по секрету, и Гагаузию, что Вулканежский район. Вулканежцы, наши братья и друзья готовят очень серьезный памятник Александру Сергеевичу Пушкину. И я уверен, что в ближайшее время он обязательно будет открыт. Я хочу всем нам сказать, чтобы мы не забывали таких великих людей, как Александр Сергеевич Пушкин, воспитывали наших детей в любви к Пушкину и ко многим, которые застолбили за собой не только поэзию, но вот ту историческую дань уважения к нам, которой мы сегодня пользуемся. Осенняя пора, чей очарование. Мне приходят чаще всего строки его любимого времени года – осени. Пушкин – это любимый мой поэт. Конечно же, я учился в русской школе, естественно. Меня радует его поэзия, его как бы стихи, его как бы сказки я читал много, конечно же. Очень рад. Что первонаперво выстреливает в голове? Лукоморье, дуб зеленый, золотая цепь над увитом. Вот это вот мне, да, больше всего запомнилось. А насколько сегодня востребован Пушкин? Сегодня в Гагаузии? Вообще в мире? В мире. Ну, он все, в любом случае, это величайший поэт, как бы, он в любом случае востребован. И будет всегда, наверное, навсегда, наверное, я думаю. В Лукоморье дуб зеленый, золотая цепь над увитом, и днем, и ночью кот ученый, все ходят по цепи кругом. Спасибо большое. Да. Пушкина нет возраста? Пушкина нет. Он все время остается в сердцах у каждого. Он писал много красивых стихотворений, которые действительно людей покорили в душу. Я памятник воздвиг себе нерукотворный. К нему не зарастет народная молва. Это очень главное, потому что действительно нерукотворный памятник. Его память уже 225 лет. Первое, что приходит мне в голову, когда я слышу имя Александра Сергеевича Пушкина, это его произведение «Руслан и Людмила». Школьная программа, поэтому это произведение. Наверное, самое известное – это «Лукоморье», «Дуб зеленый», «Золотая цепь над убитом». И днем, и ночью кот ученый, все ходят по цепи кругом. Я помню чудное мгновение, передо мной явился ты. И еще мы стояли, когда под деревом вот ждали возложения цветов, все вспомнили «Лукоморье, дуб зеленый», «Золотая цепь над убитом» и так далее. Пушкин наше все? Конечно, наше все. И язык, вот как сказали правильно, он создал русский язык, внес в него особенные черты.